Тоже интересная была история. Был в Бостоне на крупной конференции по мессенджерам. Там выступал Джек Дорси, основатель Твиттера. Ну и вообще все там говорили про мессенджеры, про вот это вот поколение там миллениалов, да, и про то, какой бум сейчас будет в мессенджерах. И вот просто за соседним столом я услышал разговор про чат-боты. Ну, вначале подумал, что это фигня какая-то вообще. Потом пришел, почитал и понял, что это вообще гигантский рынок, и что на самом деле интернет тот, который есть сейчас, через 5-10 лет его не будет. Будут все в мессенджерах, в чат-ботах. Одно дело переписываться, другое дело, все-таки соцсети — это СМИ. Определенным образом, да, то есть это лента, лента новостей и так далее. Мессенджеры со временем начнут как-то генерировать свои ленты, что произойдет? Я думаю, что просто в мессенджерах легче будет получить ту информацию. Ну, вот захожу я, например, я там поклонник РБК, захожу, вот, и я, получается, читаю то, что мне дает РБК. Правильно, делают ту подборку. А так я мог бы написать там, что нового в теме там, ну вот меня интересуют там роботы, там технологии, и прям получить новость по технологиям, понимаете? То есть тогда они бы для меня генерировали и создавали контент, который мне нужен. А так они мне дают политику, там экономику и так далее. Но это в принципе тоже интересно, но тут я был бы прям... Но это будут делать чат-боты именно. Да, конечно. Предполагается, что мессенджер сам по себе, он это просто первая ступень. Первая ступень, а за ним стоит чат-бот, который, так сказать, генерирует, дробит, так сказать, трафик, дробит контент, и вы уже получаете то, что вам нужно. То есть моя философия в чат-ботах заключается в том, что вы задаете вопрос, чат-бот дает ответ. То есть нету вот этой вот лишней информации. То есть вы получаете ровно столько, сколько вам нужно.